Очередной выездной день законодательного собрания, на этот раз в Гусь-Хрустальный район. Областные депутаты посетили социальные объекты и предприятия, встретились с местными активистами. Подробности в сюжете. Центральная Курловская больница, как и в других районах, медучреждение нуждается в кадрах. Особенно не хватает фельдшеров, признается главврач. Запрос на специалистов отправлены во все вузы Центрального федерального округа. Владимирская область меняется к лучшему. Спикер парламента Владимир Киселев отмечает, проблема с кадрами – отголоски прошлых лет. Проблема здравоохранения пришла к нам из тяжелейших 90-х годов. И вот из нулевых годов, когда, к сожалению, закрывались и фельдшерско-акушерские пункты на селе, было 65 ФАПов у нас в области закрыто. Закрывались другие объекты здравоохранения, в том числе 7 родильных домов было закрыто, сокращались койки родовспоможения. Сегодня делается очень много для того, чтобы вот эта вот проблема, которая годами накапливалась, чтобы ее можно было решить. Новые фельдшерско-акушерские пункты на селе строятся. Вот за последние 5 лет было 13 ФАПов построено. В ближайшее время здесь, в Гусь-Хрустальном районе, будет построено еще порядка 9 ФАПов. Также депутаты посетили Великодворский перерабатывающий комбинат. Там занимаются добычей и обогащением высококачественных кварцевых песков. Общий объем инвестиций в проект более 2 миллиардов рублей. Предприятие поставляет продукт на российские стекольные предприятия. С местными депутатами, педагогами, общественниками и другими активными жителями района встретились в новой Великодворской школе. Детские сады школы разместились на одной площадке, но в двух корпусах. Учебное заведение рассчитано на 300 учащихся и 95 дошколят. Из областной казны на строительство направили 329 миллионов рублей. Долгожданный проект, проект которого ждали здесь более 30 лет. И то, что этот объект появился на карте Гусь-Хрустального района, это в первую очередь заслуга губернатора Владимирской области Светланы Юрьевны Орловой. Потому что именно она своим волевым решением дала старт строительству этого объекта. Потому что с этим проектом мы не могли войти ни в одну федеральную программу, потому что федеральное финансирование предусматривало строительство или школы, или сада. А это объект «Школа-сад». И поэтому строительство этого объекта мы начали только за счет средств областного бюджета. На встрече с жителями депутаты Заксобрания подвели итоги работы и поделились планами на будущее. Одно из главных достижений – Гусь-Хрустальный вошел в региональную программу по модернизации тепловых сетей. В поселке Красное Эхо реализуют масштабный проект «Центр культурного развития». В следующем году планируют открыть предприятие по переработке торфа и построить школу в деревне Купреево.